Всем привет! Красно! Представляете, забыла вам сказать. Привет, мои лапули лапатули. Сегодня на завтрак решила приготовить бюрек из вот такой уфки. Я не знаю, как он получится. Она продается в супермаркетах. Ну, для этого мне понадобится йогурт с яйцом. Творог использую чуть-чуть, лорд пенир Турции называется, и сыр, бияс, белый такой сыр, масло, и, естественно, вот такая посуда. Я посмотрю, как у меня это все получится, уложу, сюда сложу, помажу, смажу и покажу вам результат. Сначала я уложила эту юфку и буду сейчас смазывать смесью, яично-йогуртовой смесью. Положила второй слой именно гармошкой, вот так, неровными пластами. Вот так вот ее скручиваете. И вот столько израсходовала уже йогурта, яичную смесь. Сейчас буду сыр. Вот готовый результат. Все сложила, помазала, закрепила, там и маслице положила. Эти кусочки я сделала побольше, чтобы соседям отдать. А вот это вот маленькие такие для нашей семьи. И для гостей, если они захотят. Сейчас духовку. Покажу вам, что делает мой ашкым. Для гостей приготовила я уже. Все поубирала. Сейчас посмотрим, что он делает. Чтобы не видел нас. Даже не замечает. Так увлечен своей работой. Он сидел. Он если делает, то все. Супер. Ники зеляшки балкон и каден. Аферин. Балкон когда взяли. Посмотрите, у нас на второй день после базара. Не пачкай, говорит. Тут базар. Вторичные вещи продают. Базар. Кинджи базар. Кинджи базар. Не Соли Джексон. Эндерата. Насулсен. Как твои дела? Как дела? Как дела твои? Вай-вай. Ашким, вы знаете, что люди? Я ему сколько учу, он повторяет, как попугай. Попугай гибисен. Поп-поп-поп. Оким. Оким. Куш безим. Попугай дёрла русча. Папа, нет, цены, ты таракрары Йорсон Дьором. А по-русски никак не научишься. Хорошо, скажи. Мы. Да я пьер. Ашкем, там башка балкон додолязем. Хады, хады. Башка балкон музык. Решила поменять, перевернула дорожки свои, все чистенько, все убрано. Сейчас я только не убрана, не чистенько, остальное весь дом. Идем встречать своих близких, друзей. Час есть у нас и решили прогуляться по набережной. Капату! Содерлар сент гюзель гюль йорсум. Гюлерам. Гюль. Пис гюлерам. Гюль. Гюль не я. Хади би таклат. Хади амчалара селам вер гиб ол. Ой, как я устала, друзья мои, как я руду пис лашкимла. Боже, мы сидим вечерами дома, да? Какая красота здесь. У нас лето, смотрела что-то одним глазом блогера друга, она уже в курточке. Мариночка, Марина, привет. Так холодно у вас, а мы потеем от жары. На улице хорошо сейчас. Сейчас мы с Сашкой вам посидим здесь. Потому что час еще надо ждать их. Они в Адане сейчас, нас на автобус сели. И лучше посидим, отдохнем. Друзья мои, сейчас сидим, с Сашкой вам смеемся.
А у меня, знаете, что произошло сейчас? Я опять так упала, но хорошо на ровном месте. У меня все вот это бедро, все болит, друзья мои. Я так долбанулась на асфальт. Что было? Мы сидим вот на этом самокате. Видите, самокат? Дети ехали и врезались в столб. Так сильно. Брат с сестрой, она маленькая, наверное, лет 5-6. И как сильно она ударилась лицом, вообще, я тут по телефону разговаривала, Ашкин тоже в телефоне сидел. Это все так неожиданно, он посхватился, быстро побежал за ребенком. И я бросила этот телефон и побежала, и не знаю, как произошло, когда он этого ребенка поднимает, она вообще не кричит, ну, закатилась. И я тут лежу. Он говорит, Ашкин, что про Неволду, Ашкин? Ты что, говорит, здесь лежишь? Нет, я тёрся. Друзья мои, это так смешно, это так больно было. Я чуть с ума не сошла. У меня завтра опять будет синяк в этой стороне. И вот этой рукой, и ногой, и вот эту опять. Ой, я не знаю, Назар сглазили точно. Так что вот я в Турции научилась падать. И смех, и грех. Такая история у нас. Ашки, ну что мы? Гордым. Сын, корптон? Корптон. А чужам еще шрим, санам еще шрим. Он говорит, не понял, тебе надо помощь. Тебя спасателить. Ну такие вот мы смешные. Это конечная остановка. Кто приезжает в Адану, прилетает в Адану на самолете и сюда их привозят на автобусе потом. Сначала форум, а потом Сая парк. Красивая кафешка, мы сидим здесь, чаю пьем. Дома ужин нас ждет. Вот, друзья мои, такая здоровая и падает, как ребенок. Гостей накормила, уложила, а сама с вами решила поболтать. И гости были уставшие с дороги, они 3 самолета, пересадка у них была на 3 самолетах. Представляете, сколько они летели, ночью в 3 часа выехали с дому, и вот приехали в Мерсин, где-то в 9:30 мы долго ждали их, в этом кафе сидели, естественно, я быстро пришла, котлеты, картошку пожарила, у меня суп был готов, сделала салат, и мы сели с ними, поужинали, они душ приняли, конечно, сразу уставшие, и пошли спать, потому что очень устали, не спавшие, да. Но даже отказались от чая. А я решила вам рассказать об их ситуации, ну, как они все перенесли и что вообще у них произошло в пути. Но они сказали, что они, как я сказала раньше, у них было 3 пересадки, 3 самолета. И единственное восхищение они получили от гостеприимства турков. Им очень понравилось все в аэропорту в Стамбуле. Говорит, не был переполненный аэропорт, но такое внимание. У него мама пожилая. Ее сразу посадили на коляску и катали по всему. Говорит, около километра, мама говорит, по коридору ехали. Меня везли. Естественно, без очереди пропустили, потому что пожилыми людьми отдельная регистрация. Но им очень все понравилось. Ни за что они не платили. Даже, говорит, был перевес 11 кило. Ничего нам не сказали. Заплатить или что. Все бесплатно. Но, естественно, когда прилетели сюда в Адану, сели на автобус Хаваш, и весь автобус, говорит, был внимателен к нам, так как мы не знали языка, и кто-то там знал русский язык, и ту воду, то собачка у них еще была. В общем,
они восхищены гостеприимством турецкой страны. Я и тоже вам говорила всегда, если вы будете хорошие, и Турция к вам будет относиться хорошо, то есть население, все вокруг. И вот мы встретили, их привезли домой, накормила и спать уложила. Завтра я тоже сейчас, наверное, скоро лягу спать, потому что тоже устала. Весь день у меня была уборка, как вы знаете. Готовка была, и собачка у них такая хорошая, но она в дороге хорошо перенесла, дорогу перелет. И остальное все покажу вам и расскажу вам в другом видео. Потому что сегодня мои гости не готовы были показать себя на камеру. Так что, друзья мои, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы досмотрели до конца. И до новых встреч. Пока-пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.